Привет, интернет! С вами Илья, это наша игра Дени. Мы продолжаем играть на сервере Black Rush, играем в GTA Россия. И сегодня 1 января, ребят. Мы, в общем-то, встретили Новый год, и сегодня мы отправимся с вами в деревню Деда Мороза. Как видите, я возле такого небольшого торгового центра. Тут, в общем-то, новогодняя атмосфера, снежочек, елочка стоит нарядно, и все замечательно. Так, это нам уже не нужно. Вот такая вот елочка. 2021 год мы уже встретили, и так, оп. Не то нажал, давайте, в общем-то, отправимся, ребята, сейчас вместе с вами в новогоднюю деревню. И если нам повезет, мы даже встретим здесь Деда Мороза. Так, ну, собственно, давайте вход в деревню. Давайте посмотрим, где это находится, как далеко нам ехать, потому что я там еще не был. Так, все, скутер я взял, здорово тебе, чувак. Какой-то тут парнишка к нам подошел странный. Так, ну, давайте глянем, как далеко нам ехать. Так. Ага, ну вот, окей. Ну, в принципе, достаточно далековато ехать, но мы, наверное, это дело, если что, немножко пропустим, чтобы вы увидели только самое интересное. Ну, а сейчас я поехал. Вау, как видите, такая новогодняя суета почему-то осталась, хотя вроде как 1 января уже, то есть, ну, все равно, что-то люди везде ездят, торопятся, может, по родственникам, по друзьям, в общем, как-то так. Ну, а я поехал на своем бравом скутере в эту деревушку. Итак, ну что, ребят, я доехал, путь был не таким уж и близким, но, собственно, вот она, новогодняя деревня. Блин, выглядит на самом деле очень классно и атмосферненько, тут такие вот светильники повсюду, бычок такой, окей, елочка та же самая, замечательная, красивая, нарядная, и, да, 2021 год, окей. Ну, у меня сегодня такой план, просто, наверное, небольшая экскурсия по этой деревне, и, может быть, что-нибудь одно мы хотя бы здесь попробуем, потому что я так понимаю, что здесь есть и кое-какие, наверное, соревнования, развлечения, и квесты, и так далее, так что, ребята, если вы будете играть, обязательно тоже залетайте в деревню, тут сейчас много-много всего, и смотрите, пацаны, Дедушка Мороз, вот он, красивый, здорово тебе. Давайте посмотрим, что нам тут предлагают, потому что я так подозреваю, что здесь полно разных квестов. Давайте так, New Year выбираем. Так, задание от Деда Мороза, давайте посмотрим. Ежедневные задания, также есть сюжетная линия. Так, по ежедневным заданиям, поиск новогодних подарков, король снежного царства, первый среди первых и помощь. Окей. Так, ладно, я думаю, что мы сейчас что-нибудь из этого попробуем. А пока смотрите, ребята, здесь можно еще нарядить вот такую вот замечательную елочку. То есть мы можем, получается, купить различные штуки под нее, это разные звездочки и так далее, и наряжать это дело. Так что, ребята, тоже подключайтесь. Я, собственно, проверил по заданиям Деда Мороза и выбрал одно, а именно покатушки на снегоходах. Итак, ну что, я, собственно, уже залетел в игру, и через пару секунд у меня начнется, собственно, такое движение. Так, поехали. Я, ребят, ни разу не катался на снегоходах. Я буду сейчас играть с другими чуваками, которые явно в этом деле уже мастера, потому что они просто уехали вперед, и я не могу за ними угнаться. Так, небольшая сальтуха на снегоходе, почему бы нет, но я не один такой. Чуваки тоже летают. Поверхность тут не самая лучшая, поэтому нужно быть аккуратным. Ё-моё, что происходит? Я, кажется, закрутился, понятно. Я так подозреваю, что самым последним буду именно я, потому что я уже очень сильно так отстал. Я только что сильно так затупил, перевернулся, и теперь просто не вижу своих друзей, с которыми мы катаемся сейчас на снегоходах. Ну да ладно, я буду просто наслаждаться этими видами, пусть и в экстремальных таких условиях. Ну что, ребят, вот так вот. На самом деле рекомендую вам приехать на эту деревню, потому что здесь весело, как минимум. Если вы не сломаете себе шею на снегоходах, то рекомендую вам тоже покататься, потому что это достаточно весело. Ну, я надеюсь, что все-таки целым и невредимым я вернусь домой, потому что... Воу! Потому что здесь, конечно, к управлению нужно привыкать, но вообще снегоходы это клево, это какая-то тема, правда, нужно, конечно же, научиться. Это мое первый мой такой заезд, самое главное, это просто здесь выжить.